12 ноября в администрации Бежецкого района состоялось расширенное заседание, на повестке дня которого значились несколько вопросов. Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бежецкого района за 10 месяцев 2013 года. О взаимодействии органов исполнительной власти с органами внутренних дел по вопросам нелегальной миграции, регистрации граждан в Российской Федерации, выходцев из СНГ на территории Бежецкого района. О состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Бежецкого района по итогам 9 месяцев. Организация профилактической работы среди несовершеннолетних в сфере социального обслуживания населения. О деятельности органа опеки и попечительства по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Следующий вопрос. Об организации межведомственного взаимодействия по учету детей, подлежащих обучению по программе общего образования. А также разработка плана работы на 2014 год. Цель заседания – подведение итогов и ознакомление с деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.